Здравствуйте, с вами магазин и установочный центр Фанкам. Обзор мультимедийной системы на базе Android от компании Canbox на Skoda Rapid второго поколения. Модели M-Line с диагональю экрана 10,2 дюйма. Ставят штатное место автомобиля через специальную переходную рамку, которая идет в комплекте. Все выглядит очень аккуратно, без щелей, без зазоров. По проводке подключается разъем в разъем. Рамка выполнена из такого черного глянцевого пластика. В данном случае у нас минимальная комплектация, поэтому нету кнопок на руле. Но если бы они были, можно было бы подключиться к коншине автомобиля и адаптировать их с магнитолой. Также по коншине может передаваться информация об открытых дверях, внешняя температура, динамические линии и множество других функций. И также управление штатными настройками автомобиля. Также в данной комплектации нету камеры заднего вида, но можно подключить на данном автомобиле как штатную камеру заднего вида, она будет включаться автоматически при переходе на заднюю передачу. И также здесь будут отображаться парктроники. И также можно доустановить неоригинальную камеру заднего вида, которую можно приобрести у нас. По внешним подключениям в бардачок вводится USB-порт, штатный USB-порт также подключается. Сюда можно подключать флешки, жесткие диски с мультимедией, с музыкой, с фильмами. И также еще дополнительно выводится слот под сим-карту для подключения к интернету. Подключиться к интернету вы сможете, как установив сюда сим-карту, так и раздав его со своего мобильного устройства через режим демо. По магнитоле здесь теперь установлена современная мультимедийная система с большим экраном, работающая на Android-системе, поэтому доступны все современные мультимедийные возможности. Все работает очень быстро, плавно, очень удобно всем пользоваться. Доступно скачивание приложений из Play Market, самые популярные здесь уже предустановлены. YouTube, Яндекс.Музыка, Яндекс.Навигатор, Кинопоиск. Штатная радиоантенна подключается. Есть эквалайзер для настройки звука, возможность подключить телефон по Bluetooth для прослушивания музыки либо для громкой связи. Также подключение Android Auto либо CarPlay как проводным, так и беспроводным путем и множество других полезных мультимедийных функций. Обращайтесь к нам в компанию, у нас вы сможете как приобрести, так и установить дополнительное мультимедийное оборудование для вашего автомобиля. Доступно множество различных вариантов, более подробную информацию вы сможете получить у нас на сайте, либо обратиться к нашим менеджерам. Они вас проконсультируют и подберут лучший вариант. Также у нас есть доставка по регионам с постоплатой, вы сможете принять товар, проверить его и только после этого оплатить. И есть собственная служба технической поддержки. Обращайтесь, будем рады помочь. Всем удачи!